Книга «Открытым оком», том 8, тема «Промысла Божий», вопрос 2182, притча 16.1. Человеку принадлежат предположения сердца, но от Господа ответ языка. Как правильно понять это место? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Это говорится об одном и том же человеке. Пока был дома, подготовился к диспуту или к интервью, но во время беседы или забыл, что отвечать, или пришла новая, более оригинальная мысль, или занесло туда, откуда и не выберешься, как только через годы тюрьмы. Поэтому нужно всегда молиться и просить Господа, чтобы не солгать, не исказить истину, не согрешить языком, но чтобы Владыка сам положил на сердце, что и как сказать, чтобы ответ был от Создателя этого языка. Матфея 10:19, цитата. «Когда же будут предавать вас, не заботьтесь, как или что сказать, ибо в тот час дано будет вам, что сказать». Екклесиаст 9.11, цитата. «И обратился я, и видел под солнцем, что непроворным достается успешный бег, не храбрым победа, не мудрым хлеб, и не у разумных богатство, и не искусным благорасположение, но время и случай для всех их». Притчи 15.28, цитата. «Сердце праведного обдумывает ответ, а уста нечестивых изрыгают зло».